темный тоннель. Грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Артём! 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 Очнись, Артём! Очнись! Слава богу, он приходит в себя. Убери свет, ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Термозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать термозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, молодец. Найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Thank you.
Ладно, собрались. Впереди еще долгий путь. В Д6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно,